Россия перемещает корабли Черноморского флота подальше от Крыма. И это историческое достижение Украины. Такое заявление на саммите Крымской платформы сделал президент Владимир Зеленский. Российский военный флот больше не способен орудовать в западной части Черного моря и постепенно бежит из Крыма. И это историческое достижение. Недавно российский руководитель вынужден был заявить о создании новой базы Черноморского флота. Вернее, для его остатков на оккупированной территории Грузии. Сейчас непосредственно в Крыму осталось у них мало кораблей. По-моему, даже все основные ракетоносители, все фрегаты уже ушли в Новороссийск с Крыма. Собственно говоря, все носители, крупные носители, «Катархед», «Калибр», корабли, подводные лодки уже из Крыма ушли. То есть там непосредственно в Крыму остались только пара сторожевых кораблей, 3 десантных корабля, большие десантные корабля. База ВМС в оккупированной Абхазии находится в юго-восточной части Черного моря, как можно дальше от ближайшей подконтрольной Украине территории. Намерения России понятны – уберечь свой флот от атак морских дронов, ведь ВСУ вряд ли будут наносить удары по международно признанной территории Грузии, пускай и временно захваченной Россией. То есть юридически это территория Грузии. Понятное дело, что там Россия создала собственную ДНР, ЛНР на территории Грузии, но, повторюсь еще раз, юридически это территория Грузии. Поэтому удары по Чимчири, морской базе в Абхазии, куда может быть переправлена часть Черноморского флота Российской Федерации. Потому что Новороссийске места мало для того, чтобы полностью весь ЧФРФ переправить в Новороссийск. Поэтому нужны альтернативные места. То это будет удар по территории Грузии с соответствующими последствиями. Впрочем, часть Черноморского флота России вынуждена будет разместиться в Новороссийском порту. И это место нельзя назвать безопасным. Украинские спецслужбы уже проводили там успешную операцию, когда был поврежден большой десантный корабль «Оленегорский горняк». Эксперт отмечает, разрозненный и поредевший российский флот в Черном море все еще представляет угрозу для Украины. Черноморский флот уже не может решить те задачи, которые перед ним ставились. Тем не менее, что касается, например, нанесения ракетных ударов, дроновых ударов по нашей инфраструктуре, по всей территории Украины с моря, такая угроза сохраняется. Вместе с тем, по словам Зеленского, Украина смогла вернуть Черному морю роль артерии безопасности, от которой зависит глобальная продовольственная стабильность. И главное свидетельство этому – работа зернового коридора, возобновление сообщения с украинскими портами в Черном море и Дунае. С военной точки зрения Черноморский флот не способен выполнять задачи по поддержке своих сухопутных войск, которые ведут боевые действия в первую очередь на юге нашей страны, не способен к проведению широкомасштабных десантных операций. Это ключевые моменты для противостояния на море. После серии успешных украинских атак российский Черноморский флот, очевидно, потерял контроль в Черном море. А экипаж судов страны-агрессора больше не чувствует себя безопасно даже в портах. Согласно оценке Минобороны Великобритании, украинским силам удалось фактически нанести функциональное поражение российскому Черноморскому флоту. Василий Панасюк для телеканала «Freedom».